В рамках реализации проекта «Историческая память» одинцовские депутаты-единороссы почли память главного маршала артиллерии, героя Советского Союза Митрофана Ивановича Неделина. Вместе с ветеранами, школьниками, местными сторонниками партии и молодогвардейцами партийцы возложили цветы к памятнику советскому военачальнику, расположенному в центре Одинцова. Митрофан Неделин погиб 24 октября 1960 года на космодроме Байконур во время проведения испытаний новой баллистической ракеты. Тогда произошел случайный запуск двигателя второй ступени. В результате взрыва погибли от 78 до 126 человек. С 1999 года день этой катастрофы стал Днем памяти ракетчиков.